Свекровь — это важный человек в жизни женщин. Это мама, которая родила твоего мужа, твоего мужчину. И я не рекомендую ее переделывать, не рекомендую с ней ссориться. Ее надо любить такой, какая она есть. И стараться максимально, ну, чтобы... Сделал дело и гуляй смело. Не пытаться навязывать себя, не пытаться ее сделать, не пытаться выстроить такие отношения, если не получается их выстроить. Ну, по крайней мере, уважать человека, любить человека. Любовь же, вот о чем нам повествует Библия, там нету особо таких ярких и ласковых чувств. Там все чувства связаны с жертвой. Когда ты долго терпишь, милосердствуешь, не ищешь своего, не превозносишься, всему веришь, все покрываешь. И поэтому учитесь. Бог вам дал эту женщину, чтобы вы учились любить человека, который, может быть, по вашим параметрам не заслуживает любви. Но этот человек, он носил вашего мужа, с которым у вас прекрасные отношения, в своем чреве, дал ему жизнь, воспитал, любил, подменил.